Друзья, всем доброе утро. У кого утро? У нас, во всяком случае, раннее утро. И сегодня у нас выходной. Мы решили поехать в Орландо в один парк развлечений, парк аттракционов. Он называется Sea World. Там не только аттракционы, там еще есть некоторые определенные шоу с дельфинами, ну вот такое, знаете, си, то есть это море, да, морской мир, скажем так, то есть все, что с этим связано, но и аттракционы там тоже есть. Мы ни разу не были в этом парке, мы про него много слышали, наши друзья там часто были, и вот в этот раз мы решили тоже провести там один из своих выходных, наконец-то. Так что берем вас с собой, надеемся, вам будет тоже это интересно, немножко так отвлечемся от нашего основного контента, да, распаковки, магазины, стройка, все остальное. Сегодня мы с вами будем отдыхать по полной программе. Вот название этого парка, мы заезжаем. Небольшая пробка на въезде. А вот цены за паркинг, смотрите. Самый обычный паркинг стоит $32 плюс таксы. То есть, если покупаете билет, нужно еще учесть, что за паркинг придется платить. Но если вы покупаете абонемент, то в некоторые абонементы включены вот какие-то из этих паркингов. Вот видите, высший уровень 53, VIP-паркинг 63, а если вы приехали на RV, то 48. Так, а вот он и Слава. Всем привет. Привет! Мы на месте, друзья. Парковка здесь, я скажу, знаете, забита. Людей уже очень много. На горочках люди уже катаются вовсю. Так что идем и мы. Друзья, идем покушать.
Здесь во всем парке есть какие-то кафешки, что-то. Покупайте один раз браслет. Если у вас есть абонемент, вы можете купить браслет. Он стоит по абонементу $32. И за эти деньги вы можете целый день здесь есть раз в полтора часа. Брать все, что предлагается, напитки тоже включены, но раз в полтора часа за одного человека. Можно сделать одну порцию на двоих брать, потому что каждые полтора часа есть, это, наверное, часто и много. Здесь, конечно же, нам уже не до правильного питания, это парк, будем уже брать то, что предлагают. Здесь много будет энергии тратиться, мы будем тут гулять, кататься, кричать, эмоции, адреналин и все такое. Поэтому сегодня у нас день исключения, к сожалению, обстоятельства выше нас. Но не будем об этом, мы здесь отдыхаем. Это просто для информации, сколько стоит здесь поесть. Немного стеной получается здесь, в этом парке. Видите, если у вас нет абонемента, стоит $50. Если есть абонемент, 7,50 скидка. Но они еще берут 5% типа-типы, ну, чаевые, и еще берут таксы. В общем, итоговая сумма получается $48 за браслет. И потом уже в течение дня вы в любом кафе можете есть бесплатно.
очень холодно. Здесь реально Антарктида, я не знаю. Здесь минусовая температура. Очень холодно. Идем смотреть на пингвинчиков. Прикольные такие, смотри. Здесь дубак, здесь хочется одеть шубу. Пар идет, смотри. Здесь ноль. Ноль? А мне кажется, минус, нет? Нет, ноль. Носятся там. Такие маленькие, классные. Thank you.
пошел дождик, гремит гром, и было объявление, что пока идет дождь, пока такая погода, все горки, аттракционы закрыты, соответственно, в целях безопасности. Поэтому пойдем сейчас в аквариум. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send. Cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Keep you safe and sound after all this time.
Короче, друзья, мы прокатились на этой классной горке. Там стоя нужно стоять. И самый прикол, когда он в те моменты, где наверх поднимается, вот это сиденье, оно двигается, под ваш рост делается. Но в те моменты, где вверх, прямо они поднимаются, и ноги, получается, висят. Это так страшно, неожиданно. Я думала, вот как бы ты сел в это сиденье, зафиксировался, и все. Нет, там оно постоянно тебе вот так вот туда-сюда. Короче, горка классная, мне очень понравилось. Да, было классно, мне тоже понравилось. Очень плотно прижимает жилет, прям чувствуешь такую опору. И прям круто, вообще. Друзья, все, конечно, хорошо в этих парках. Очень все так весело, красочно, много горок, прям круто, нам нравится здесь. Но единственный минус – очень большие везде очереди. Сейчас получается сезон летних каникул, и со всех штатов сюда едут люди отдыхать с детьми, и людей очень-очень много, большие очереди. Мы на первый аттракцион простояли, наверное, полтора часа, на второй аттракцион минут 45, и то нам повезло, просто мы оказались возле него, когда закончился дождь. И включили уже горки тоже, чтобы они снова работали. Поэтому мы как бы были одними из первых. А так очень длинные очереди. И очень-очень жарко. Получается, стоишь в этих очередях, и уже сил нет просто кататься. Бегаем так, забегаем в ресторанчики, чтобы немножко охладиться, что-то попить такого прохладного, перекусить. Сделали для себя вывод, что лучше приезжать сюда, в такие парки, наверное, глубокой осенью, когда более-менее свежо на улице. Уже не жарко, точнее как, это тепло, летняя погода, но нету вот этого зноя, жары знойной, как сейчас. Лето очень жаркое во Флориде, плюс влажное, и ты ходишь мокрым постоянно. Но все равно круто, хорошее место, нам прям здесь очень понравилось. Че, пойдем на эту горку? Пойдем. Пойдем. Очень мы вышли с этой горки, слушайте, столько адреналина, я не знаю. Мы были в Испании, в таком же подобном парке аттракционов, когда там была подобная горка,
Но нам она очень нравилась. Мы думали, это что-то типа этого, но это намного эмоциональнее. Прям реально страшно было. Да, вот эти перепады вверх-вниз, очень высокая горка. В следующий раз нужно прям камеру взять, чтобы она все передавала. Да, да, да. Короче, кто боится высоты, не рекомендую. Покажу вам, друзья, еще раз часть этой горки. У меня еще сиденья были. Мы, короче, сели на первые места, самые первые. И там, получается, 4 места. И видите, здесь как бы узкая же дорожка. И вот эти крайние места, они, ну, типа, кажется, как свисают. И у меня было самое крайнее место. Это еще, знаете, так немного добавляет эмоций. Сейчас, если будет тут проезжать, будет видно, как выглядит сама вот эта штука именно во время, когда едет. Вот видите, крайние сиденья, они немножко свисают над краем. Так, ну окей, сейчас идем сюда. Здесь сказали, будет какой-то цирк, цирковое представление. Не знаем, что за цирк. Идем посмотрим. Можно ли там снимать, тоже не знаю. Но мы попробуем там тоже провести время. Сейчас уже начнется. Здесь прям уже людей так немало собралось. О, какие-то тут штуки стоят. Наверное, там на мотоциклах или на чем-то будут ездить.
Слушайте, нам понравился цирк. Очень короткое было выступление, буквально там, наверное, 20 минут. Все так лаконично, но очень молодцы, сделали суперски. Мне понравились вот эти ребята, которые на батутах прыгали. Вообще молодцы, прям так в унисон, так хорошо сделали. На роликах тоже пара одна выступала, мы не снимали видео. Прям вот фигурное катание практически только на роликах. Класс. И молодцы, что они сделали его таким незатянутым выступлением. То есть здесь люди отдыхают, да, это как бы аттракционы. Я не знаю, меня слышно или нет на фоне вот этих криков. Вот. И для разнообразия зайти посмотреть цирковое выступление. Назывался, по-моему, экстремальный цирк, что ли. Ну, то есть там такое вот. Не клоуны бегают, да, не звери через круг там прыгают, а более такие серьезные спортивные фигуры делают и так далее. Ну, в общем, круто. Нам понравилось. У нас уже практически закат. На улице уже темнеет, солнышко садится. Время 8 вечера. Мы здесь с утра. Целый день. Идем последний раз, наверное, поужинать в какую-нибудь кафешку и будем уже, наверное, выдвигаться домой. Парк, конечно, огромный. Мы все не можем посетить. Вот, например, тоже какое-то шоу есть с морскими котиками. В 11, 12, 30, 4. Парк закрывается в 9. Так что через сколько? Через час уже парк закроется. Он здесь, конечно, очень большой. Это нужно несколько дней, чтобы его весь обойти. Но сколько смогли. Мы отдыхали, мы не торопились. Все делали по силам. В общем, решили мы зайти вот в эту кафешку. Мы здесь были. Мы ели здесь вот такие ребрышки. Очень вкусные, кстати, неплохие. Большая порция. Но здесь есть выбор другой. Курица и вот такая вот еще нарезочка с салатом «Цезарь». Сейчас выберем. Не смогли туда зайти. Нам сказали, закрыто, идите в другое. Другое кафе уже открыто. Ну, конец дня, видимо, уже не все кафешки работают, не все рестораны. Но, кстати, у них здесь написано, что в 10 часов вечера будет салют. Парк работает до 9, а салют в 10. Не знаю, каким образом. За пределами парка, что ли, его смотреть? Хотя, может быть, это на вход действует правило. Уже войти нельзя после 9 вечера. Но салют еще можно остаться посмотреть. Не знаю, короче. Вот карта этого парка. Много здесь, конечно, где мы не были, друзья. Если вот так вот посмотреть. Вот на этой горке мы прокатились. Вот это самое высокое, что мы говорили. Для нас страшновато. Она, смотрите, какая большая. То есть приличная. А потом прокатились мы вот на этой пайплайн. Как раз где стоя нужно кататься. И когда мы были возле пингвинов, где это находится, наверное, вот здесь где-то, и тут вот, вот этот, наверное, аттракцион, да-да-да, беленький, на нем мы тоже прокатились. Вот получается всего лишь на трех аттракционах. Вот эту горку со стороны снимала, очень хотела, люблю такие мокрые горки, но в следующий раз не получилось. В этот раз там прокатиться. Вот еще какая-то зеленая горка тоже, смотрите, большая. О, вот это вообще какая-то гигантская, огромная, длинная. В общем, здесь еще работа непочатый край. Вот это смотровая такая башня. Просто медленно поднимается. И можно посмотреть панораму сверху. Вот она, этот столб этот. Сами кабинки уже внизу, но вот как бы они до самого верха поднимаются, и можно посмотреть на весь парк сверху. Но наши друзья нам не рекомендовали, сказали, что там так через стекло не очень интересно смотреть. Так, что здесь еще интересно? Шоу разное с дельфинами, с морскими котиками, с ламантинами, кстати, тоже есть шоу. Вот еще какая-то большая горка тоже здесь есть. Касатки даже. Вот тут вот можно посмотреть, наверное, шоу с касатками. О, короче, надо сюда еще не раз приехать. Это детская зона. Я так полагаю, наверное, детские аттракционы. Большущий парк, конечно. Аквариум. Вот здесь мы были, смотрели с вами морской. Морскую жизнь морских обитателей. Ну что, друзья, мы уже будем собираться домой. Отдохнули. Теперь после этого отдыха, да, нужно еще отдыхать. Извиняемся за качество, извиняемся, возможно, за звук.
Мы, конечно же, сюда не брали микрофоны, мы бы здесь не смогли с ними совладать, потому что тут и с телефоном-то и то сложно. Вот. Ну, а сейчас уже вечер, камера тоже. Мой телефон вообще сел, снимаем на славен. Заканчиваем видео на славен телефон. Не ругайте меня за качество. Да. Друзья, спасибо всем за просмотр. Мы надеемся, что вам было с нами сегодня тоже немножко интересно. Так, расслабились на релаксе. Сменили обстановку, сменили картинку, как и мы. Всем желаем всего самого хорошего и доброго. Берегите себя. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Пока-пока.